Нещодавно до Одеси завітало славнозвісне ірландське степ-шоу «Rhythm of the Dance», яке мало великий успіх у глядачів. А як на рахунок одеських колективів ірландського степу? Чому ми зовсім про них не чуємо, а тим більше не бачимо їхніх виступів? Це питання найбільше хвилювало організаторів і сприяло організації танцювального шоу «Кельтська хвиля». Танцювальне ірландське шоу «Кельтська волна» мы делаем впервые его в городе. У нас в Одессе несколько коллективов ирландского степа. Но сегодня мы решили это все объединить эти усилия. И живой звук «Фолкленд», и коллектив танца «Шемерок», и коллектив танца «Стартеп». Организовывал его я. Я Алексей Гилко, руководитель танцевальной линии «Умелые ноги». И это не первый мой концерт. Помогали сильно мои друзья и коллеги Ай Перфилева, Игорь Ражев и Юрий Артемьев, і жена моя Сільвета Таульна. Широкій аудиторії невідомі всі нюанси ірландських танців, але все ж таки щось у них приваблює, щось заворожує. Більшість глядачів завітали на концерт із цікавості. А що ж все-таки можуть наші одеські артисти? Щоправда, після концерту залишились зовсім інші емоції: задоволення, захоплення і, мабуть, найголовніше – гордість. Я любительница всего этноса. Вот что касается этнокультуры, этно-каких-то движений, я там. И я решила вот пойти на кёльскую волну, посмотреть именно кёльские танцы, они примесями рока. Они проживают свою роль. Они живут этим. И вот это здорово. Мы посмотрели в пятницу ирландское шоу, музыкальной комедии в театре, и решили посмотреть наши исполнители. Шоу «Кельтская волна» – довольно интересный проект, потому что у нас в городе очень редко происходят такие мероприятия, а посмотреть на своих местных, оно всегда намного любопытнее и прикольнее, как-то, свое, но все равно родное. Прийти на академическую сцену и посмотреть, что это такое и как это делается в Одессе, и что это достойно того, чтобы смотреть, покупать все, что угодно. То есть, что это искусство есть, как и любое другое. Так, мистецтво існує и уже робить перші кроки до визнання у нашій країні. Колективи підвищують свій професіоналізм, беруть участь у міжнародних конкурсах та дуже наполегливо працюють. Цікаво, чому саме ірландські танці і степ створюють таке незвичайне шоу, таку казкову атмосферу, у якій чути лише стук степівок та сердець, які б'ються з глядачами одночасно. Це, звісно, вот это вот единство танцоров, единство одного ритма, одного движения на сцене. Там 7, 8, 10, 20 человек, стоящие и делающие один мощный такой ритм, от которого просто проваливаются полы и площадки. Она очень динамичная, очень яркая, красочная, зрелищная, скажем так. Потрясающе, просто здорово, изумительно. Кажется, что вот в нашем коллективе есть и наши немножко одесские юмористические нотки. Вот это степ. И если он ирландский, он все равно степ. Если он американский, он тоже степ. Это то, что нас всех объединяет. Костюмы нравятся. Прыгучесть нравится, в девушках особенно. Спасибо ребятам за то, что они смогли сделать. Дай бог еще успехов и не один такой концерт. Вот, самое главное – дух. Это искусство есть. И у нас есть школы, и пускай люди не боятся, пускай они приходят, спокойно обучаются любому виду этого танца. Краса танцю заворожує погляд, затамовує подих, стукає у серце. Кожний учасник концерту виклався на 100%, аби глядачі отримали заряд позитиву та драйву. Будемо сподіватися, що цей концерт стане початком цілої серії виступів наших одеських ірландських танцюристів. Адже мистецтво, створене поряд, найцінніше, бо в ньому є частинка самого тебе. Катя Микитюк, Андрій Яковенко, програма «Молодь. Спорт. Політика».